креатив и хендмейд – это, конечно, прекрасно. Но большинство все же идет по легкому пути. Магазины и иногда такие походы могут оказаться очень даже приятными. Ведь за покупки можно получить в подарки. В субботу радиостанция «Диполифм» совместно с торгово-развлекательным центром «Премьер» провела чемпионат покупок «Шопингомания». Участие могли принять все. Главный приз – телевизор. Кому повезло, узнаем прямо сейчас. Алексей приобрел своему сыну спортивную одежду и получил несколько подарочных сертификатов. Удачливый папа выиграл в номинации «Самый длинный чек». Пришли за покупками, то есть как бы была спланированная поездка, то есть за покупками. Попали на такое мероприятие, довольны. Призы достались и тем, кто совершил самую маленькую и самую дорогую покупки. Но главный подарок – телевизор – вручили Светлане. Купив технику для дома, она победила в номинации «Самый тяжелый товар». Это первый мой выигрыш за мою жизнь. Я безумно рада. Хотела даже пройти мимо, не рассчитывала зарегистрироваться и что-то получить. А потом в последний момент подумала, вдруг повезет. Так и случилось. Впрочем, с пустыми руками не остался никто. Ведущий радиостанции «Диполифм» щедро раздавал подарки за участие в конкурсах и викторинах. Мы здесь сегодня делаем настоящий праздник не только покупок, но и просто хорошего настроения. Чтобы поддержать хорошее настроение на нужном уровне, у нас сегодня есть шоу-программа «Артисты, конкурсы, призы и подарки». У нас большое количество партнеров, которые предоставили свои призы, поэтому конкурсов у нас с избытком. Чемпионат покупок шопингования доказал, что даже простой поход в магазин может превратиться в праздник.